Да, слышал. Иркутск вызывает Карасу. Как слышите меня? Прием. Передаю информацию. Ни одна из команд не стартанула. Ждем погоды. Иркутск просит перенести на 19 число выход на маршрут Мороза, как поняли. Я морзянку не знаю. Там мне камушек был, ё-моё. Да вот камушек большой, видишь. Иркутск, слышу вас плохо, передаю информацию. Ни одна из команд сегодня не вышла на маршрут и ждем погоды. Пойду в другую сторону. Слышите Карасу, хорошо, нет? А Васька слушает, да есть. Попробуйте. Мы на 19-й, что пока ни одна из команд, ну то есть ни Красноярск, ни вы, ни мы не стартанули, сидим, ждем погоду. Туристос. А это наша палатонька. Итак, мы снова под Слесово. Погода будет хорошая, говорили они. Будет весело, говорили они. А сейчас вот там вот у Олега Хвостенко дружно сходит сель. Вот. У них только что налетел дождь, и буквально за 10 минут вся стена превратилась в мокрый поток. По канаве идет сель, грязный, черный, его плохо видно. Вот. А у нас тут нервы сдали у первой команды. Это ребята с Новосиба. Они лезут седьмую, плюс-минус веревку, по маршруту Кленова. Вот они где-то тут, плохо видно. Вот, короче, они вот тут, вот, вот тут, вот тут, вот. Вот так еще раз покажу. Они вот здесь вот. Главное не задавить. Вот, сейчас жумарят. Мы тут ночевали в прошлый раз под стеной. Нас ночью слегка побило. На опыте прошлого раза мы построили себе жилище. Вот здесь вот. Выложили стеночку, на всякий случай. Вон Стасик жрет лепешку и в ус не дует. Занюхивает огорёнными ногами. Сало сила. Жрем сало. Жрём? Тоже погода. Джетик горит. Да, сель-то хороший там фигачит. А сель там фигачит бесперестанно. Наш экспресс еще не начался. Мужики жумарят. А мы в осаде. Точнее, осаждаем стену. Четвертый день. Сегодня четвертый? 17, 18, 19, 20. Сегодня четвертый. Походу будет и пятый день осады. Чемпионат мимо.
чем проблема-то? Вертикально она должна сработать. Вечер на вершине Слесова. Какое-то у нас теплое лето. А, сама вершинка. 20 метров. Ну, вот здесь вот образуются облака. Ну вот, как всегда, спаслись в очередной раз. Прихорашиваемся, как на парад. Ага. Суки, заберите баул! Брось, не донесешь! Бросай его тут! Мы едем, едем, едем. Чемодан, чемодан на колесиках. И промальповская сидушка на спине. Чемодан оказался слишком тяжел. А вот и Семен Семенович. Это наш чемодан. Наш пришел на плечах. Не то, что вон слабачки какие-то. Баул дотащить не могут. Сидушки взяли. Реальные, блядь, пацаны. Без сидушек всегда ходят. Стальные яйца, чугунные жопы. Насчет чугунной жопы я не уверен. Но у кого-то просто по чугунку трещина. Из нее фонит. Смейся, в том году я над тобой смеялся. Смеялся прямо. Обхахатывался такой. Он где нах? Вдвоем этого трупа тащит. Тяжеловатый чемодан. А что у вас в сундуке? Грибы собирали. Вот, они бы еще с дипломом. Немногих видел, где Стасик не ест. Ну сейчас он дойдет до стены и там будет есть. Там конфетку достал. Заем стресс. Стасик, бей крюк. Крюк. Крюк бей. Бей хрюк. 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 Надо снять так, будто он по горизонтали. Что-то ускорился. А куда он выше-то идет? Плиты обуви. Плиты его. Да.
Давай, давай, мне железки нужны. Ага. Стасик тут родился. Из гамака. За ВДВ хули. Теперь ты еще полчаса будешь собираться, да? Я думаю, этот гамак можно смело завернуть и отпустить. На юг? На юг. Ложись! Мессеры пролетели. Блять. Сука. Жопа Новый год. Лезь, Гиви, я тебя увижу. Все, нормально. Новоси бы это. Нормально. Да ты баул подвешивай там, а сам сюда вот на камушек садись прямо вот на это. Чё, как там, Стасик, дорогу видно? Много не выдавай. Thank you.
Это Дэви? А чё он по иголке на не хочет спускаться? Перила готовы! Как говорится, улыбнитесь, вас снимает скрытая камера. Мы опять на 48-10, и опять мы в какой-то жопе. Это не снег, это пух, да, это тополиный пух. Это все херня. Help me! Вот такие вот, блядь, веселые. Вон та полочка со снегом, это наша ночевка. Это маленькая жесть. Они говорили, будет тепло. Они говорили, будет весело. Я худею. Я медленно превращаюсь. Вот, пошли по черенке дюльферять. Второй дюльфер сделали. Вот. Да это я на камеру говорю. Вот, красота тут такая. Красота. Еще километр дюльферять. Не успеем сегодня. Ну вот, мы в очередной раз спаслись. Преодолели этот страшный берг. И сейчас вот уже под Корчелтой, на травке, на тропе. Травку сейчас покажу. Вот тут есть травка. О, видите, травка. Вот, погода, как обычно, МНД. Ребята подходят. А вот Корчелта. Тут Миша Дэви недавно с Артемом Черемных. Залезли первопроход за 5 дней. Со спуском 6, а то может быть и 7, даже надо уточнить. Мы залезли копейку за 2,5 дня 38 часов. И вот никакие, спускаемся вниз. Хе-хей. Товарищи участники, ждем ваших комментариев. Мы вышли из Мордора, что? Из Мордовии, говорят, вышли. Ну, вообще там были. Игорь, скажи что-нибудь хорошее. Что там? Вчера был немножко снег, немножко дождь, немножко ветер, настолько, что замерзли пальчики. Вот на руках и ногах. Ночь мы продюльферяли до 2 часов, там что-то улеглись часа в 4. Сегодня вот отдыхали, ждали солнца, а солнца все нет и нет. И возможно не будет уже до завтра. Так что мыться, сушиться будем позже. Вот так вот. Альпинизм, детка, это хорошо. Лето — это маленькая жесть.